Лекции для насельництва, выступления у працовных коллективах, конкурсы на лепшее выканание вершу, якие присвечены знаменальной подеи. Плюс подрыхтовка энциклопедии Франциск Скорына и написание мастацких творов об великим осветнику и друкары. По одному из яких навод спектакль поставили с покушения Скорыны, автор профессор Иван Штейнер. И он со своими талантами мог бы стать поспеховым коммерсантом, мог бы стать богатым человеком и жить без клопоту. Однако он выбирает инший шлях, надзвичай складанный, але отказный шлях. И он хочет нести освету своему народу. Вельми долго я над этими проблемами разважал. И как раз мой весь опыт житевый спотребился для этого, как рассказать по-своему именно, оригинально. П'єса представляє особу Франциска Скорини інакш, чим відомі усім літературні тексти. Тим більше, що в образи і реалії 16-го стагодзя модернізовані, а сучасна лексика використовується разом зі старожитною білоруською. Виконавця головної ролі Олександр Скідан каже, що артисти не імкнулися створити класичний образ Франциска Скорини, а поспробували уявити, яким мог би знакомитий освітник. Урешті, це ще один погляд на історію Білорусі у цілому і книгодрукування у приватності. Мы, конечно, не сильно приближались, потому что не знаем, какой он был сам по себе человек и этот, но старались показать, какой он мог быть или, может, он таким и был. Республиканский форум «Скорына и наш час» протягнется до 21 листопада. А проча пленарного посяджения запланованы открытие Скорыновского кабинета и работа интерактивной историчной пляцовки. Олег Сентюров, Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».